Так, все, запись пошла. Всем привет. Ставляем лайки, комменты, подписываемся на канал. Слушаем полматери, не Ксюша. Семейные ценности. Все-таки не поженились, да? Что? С этим их и поздравляю, да? Молодцы, молодцы. Классный дуэт. Все, не будем томить. Мне скоро спать пора, поэтому слушаем. Мамкин бизнесмен, погнали. Меня зовут Андрюша, живу с мамой, и мне интересно пиздить в гардеробе в школе и покрышки с мерседесов. Чупа-чупсы, пачки чипсов и другие мелкие вещи. Мне магниты и пятерочки давно желают смерти. Я заставил комнату всякой хренью, тяжко клиптоманом быть и плюс бедным. Нужно поменяться и встать на путь верный, где мое мышление миллионера. Я открываю бизнес, всю свою жизнь я был слеп. Всем корпорациям пиздец, конгломерат и услуг. Закрываю ИП, открываю ООО, покупаю бассейн, новый офис с коридором, умножаю лаве. И так с каждым новым годом, и теперь в любом сне вижу много миллионов. Но нихуя себе ты чел, ну нихуя. Лайк за Наруто. Хотя я больше люблю, наверное, Восхождение в тени. Мое любимое аниме — Восхождение в тени, да. А Наруто, ну, это мы смотрели в детстве, как бы, ну, в году 2010. И на Авито у тебя подписка есть на курсы от Наруто. Твоя криптовалюта сгорела, так обидно, не переживай. Сегодня ты ходячий немец, завтра бизнесмен. Учись, чтобы лучше Дона Корлеона. Клади кирпич в коробку от айфона. Йоу, это не Ксюша, мои курсы не бесплатные. Дайте мне бабла, я научу вас быть богатыми. ИП, открываю ООО, покупаю бассейн, новый офис с коридором, умножаю лаве. И так с каждым новым годом, и теперь в любом сне вижу много миллионов. Ну нихуя себе ты чел, ну нихуя себе ты гений, ну нихуя себе ты спец, ты профил в этом деле. Бизнесмен, мамкин бизнесмен, бизнесмен, мамкин бизнесмен, бизнесмен, мамкин бизнесмен, бизнес, мамкин, мамкин бизнесмен. Душите. Ну, не Ксюша выдала здесь базу, это вообще офигенно, офигенный трек. 10 из 10 поставлю, потому что, блин, такие фразочки от нее летели, конечно. Я думаю, что умру со смеху. Классно сделали, вообще, очень бомбезный трек, и атмосфера, и по тексту, очень круто. Такое, очень... Вайбовый трек, 10 из 10 поставлю. Двигаюсь все дальше. Как вам трек, ребята? Блин, ну, не Ксюша просто этот трек взяла и украла. Все одеяло на себя, так сказать, перетянула. Так, слушаем дальше. Город Н. Бесконечные поля леса скрывают города. Еду по России, не доеду до конца. Под ногами вся страна, попутки и поезда. Ага, тут более такой, более спокойный, да, вайп нас ждет. Если в первом был такой, знаете, ну, разнос, да, просто по полочкам, то тут, ну, сейчас узнаем. Я покидаю дом, а начик ждет меня, а начик ждет меня, а начик ждет меня. Извини меня,
кайф на руках. Теперь еду в самые отдаленные места. Я не мог иначе поступить, я так устал. ЦРУ, Интерпол, ФБР, ФСК, все идут, ищут нас по горячим следам. И валюту приколов пакуем в рюкзак. Никогда такой Нальчик не видали глаза. Маска на лице, водный пистолет в кармане. Мы бежим налегке, рейсы, рейсы, шпалы, шпалы. Покидаем дом, чтобы уехать под Челябинск. Моя родня не знает, что мы замышляем. Галки слышатся вдали, но нас не поймают. Смотрю на сладкие. Поля леса скрывают города. Еду по России, не доеду до конца. Под ногами вся страна, попутки и поезда. Я покидаю дом, а Нальчик ждет меня. 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 Приколов обвалилась, и теперь приколы горский жуткий кризис. И приколочан с работы увольняют. Все кричат: найдите этих негодяев. Мы скрываемся в самых глубинах, в розыске по всей России. Отыскать нас не под силам опытнейшим детектива. Лица на билбордах, живым или мертвым. По ТВ в листовках награда 100 миллионов. Крошу родителям домой. За то, что этой ночью грабанули банк приколов. Мы вынесли под ноль все шутки про говно и гномов. Про шляпу и медведя, моряков и нашу школу. Я собираю сумку с укулеле. Кладу туда мечты, пора болеть на самом деле. Омск не покинуть без причины навсегда. Менты уже у двери, а Нальчик ждет меня. Бесконечные поля леса скрывают города. Еду по России, не доеду до конца. Под ногами вся страна, попутки и поезда. Я покидаю дом, а Нальчик ждет меня. А Нальчик ждет меня. А Нальчик ждет меня. Нальчик. А Нальчик ждет меня. А Нальчик ждет меня. Интересное разнообразие в треке, да, я думал, будет более спокойно, но нет, тут наплыв музыки есть, как бы, да, очень круто тут разбавили, да, трек определенно не скучный, то есть, да, но первый пока что мне больше понравился, здесь поставлю 9 из 10, но приятненько, да, как бы, в целом интересно было услышать, что же такой город Н, да, вот они нам об этом и рассказали. Да хороший, в принципе, трек, да, ну, такой, то есть, кому-то понравится, кому-то нет, но, ребят, у всех свои вкусы. Нормально, нормально. Так, слушаем дальше. Киберспорт. Мускулатуру через клавиатуру. Ну, здесь, как бы, мне больше нравится исполнение не Ксюши. Вот именно здесь. Ну, вот здесь, и, конечно, и первом треке. Во втором они более-менее на равных, да, то есть исполнили классно. Здесь пока что Ксюша выигрывает. За железо при нас, мама, не отходим от стула, мама. Сидя приня, качаем мускулатуру через клавиатуру. Мышка в руке, палец в пупке. Я не считаю дни, только килы на мартре. Килы на мартре, это про доту, да?
Я как понял, это был припев от Вани, да? Ну, что-то припев такой, если честно, сомнительный. Мне больше вот... Это будет второй, да, куплетник, Ксюша? Окей, слушаем. Мы полгероев, 20 сантиметров, когда растет, если девка на коленке, Мари Лайф, это лоу приоритет. Не рил карпинг, обо что ты валет. Эй, пацан, я киберпартизан, ты пососал хуё, пока доту запускал. Я не шарю за нави, прости меня, ведь я с детства за спиритов, передай за стрим мой донатный минимум. Была бы ты квапой, тогда б и выебал. Чипсы, кока-кола в стиме, мы как дома мышка, на готове спорт, это моя жизнь. Мышцы из бетона, кибер, тренажеры, вибро, массажеры, спорт, это моя жизнь. Мама, за железо при нас, мама, не отходим от стула, мама, упросите приня, качаем мускулатуру через клавиатуру. Мама, за железо при нас, мама, не отходим от стула, мама, упросите приня, качаем мускулатуру через клавиатуру. Бэтбум, дача, ставим пачку, эй, бро, качай скилл, стал старше ботов, мороси, будто ты Моноси, боже упаси, ты теперь в Нави, сын. Нахуй эти твои колы, я тебя не слышу, бро, если ты не... А вот, вот здесь классно, кстати, исполнение, да, пошло? Такое прям классно. Ну, мне нравится здесь, как он исполняет. Электроник или не из Virtus Pro. Собираю клатчи, собираю сумки на маршрутке. Сцена тир один, это не отдых, это приговор. Беру бабки у Cloud9, привез свою мышь в Дубай. У нас экономный бай, но есть дорогой абай. Чипсы, кока-кола в стиме, мы как дома мышка, на готове спорт, это моя жизнь. Мышцы из бетона, кибер, тренажеры, вибро, массажеры, спорт, это моя жизнь. Мама, за железо при нас, мама, не отходим от стула, мама, упросите приня, качаем мускулатуру через клавиатуру. Мама, за железо при нас, мама, не отходим от... Ладно, я понял, мне не нравится припев, как исполнил, да? У Полматери вообще не нравится припев, как-то он здесь... Вроде и к месту, вроде и нет, как-то... Ну, не нравится мне, как звучит. У них Ксюша два классных куплета выдала, да? И у Полматери вот где... Там, в том моменте, да, где я сказал, классно исполнил. То есть, типа, ну, флоу сменил, да, тоже было классно. Ну, тема такая, не особо, конечно, мне интересная, но... актуалочка как бы в этом есть. Не знаю, ну, 7,5 поставлю треку, как бы для меня пока что Мамкин бизнесмен на первом месте. На втором город Н. А вот такой этот, типа, тема, ну, кому-то будет интересно и кому-то нет. Уже сами, да, там судите, разберетесь, нравится вам или нет. Так, слушаем дальше. Китти Мяу. Я человек, паук, со своими проблемами, со своими загонами. Я человек, как и все во вселенной, состою из молекул. Мой кот, мной очень любимый, громко мурлычет, когда ему чешут спину. А я все время завидую, что ему чешут спину, а мне не чешут спину. И я время от времени грустно мяукаю, может, кто убаюкает меня, погладит по пузику под грустную музыку, а я сделаю кусики мяу-мяу. Что? Кусики? Ладно. Вискас и китикет, люблю кушать на обед, сухой и влажный корм, но я не кот, я человек.
Китти, китти, китти. Китти, 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 мяу-мяу. Китти, 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 китти. Что происходит? Ну, позабавили, позабавили, конечно. Китти, китти, мяу-мяу. Китти, 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 мяу-мяу. Китти, китти, мяу-мяу. А я не пугаюсь ментов. Ведь я так мечтаю, чтоб за мной был хвост. И я не хожу мыться в душ, ведь моя слюна — это лучший шампунь. Смотрю на ворон, сидя на огне. Хочу побежать голым по траве. Я покушал вискас и написал в тапки. Не хочу работать, у меня же лапки. Кити, 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 мяу. Тихо-тихо-тихо. А, очень классно исполнили оба, да? Очень приятный трек. Ну, такая тема смешная, конечно. Но поставлю 10 из 10, потому что реально такой... На лайте, да, с своими там шутейками, да. Ну и правда, как бы. Мы же всех любим там и кошек, любим и собак. Не знаю, я лично люблю больше. Ну, собак, наверное. Хотя... Блин, ну это сложный вопрос, да? У каждого... Это по-своему, но, наверное, больше собачек люблю. А вы, ребят, любите больше кошек или собак? Ну, есть люди, которые кошек и собак, то есть там всех животных, да? Но собаки, они более, конечно, опасны, ну, в плане, там, дворняги, да? Как бы, если там укусят, там, ну, мало ли, что будет, да? А, хотя и кошки же тоже, да, могут... Ну, то есть, короче, оба опасные виды, как бы, собаки и кошки. Хороший, очень плотный трек, 10 из 10, мне все понравилось, мне очень и очень зашло. Так, мы против секса, мы этот трек слушали, есть видосы, можете на канале найти, слушаем дальше. Неваляшка, да, девочка-неваляшка, девчонка-неваляшка, девчонка. Девчонка не болячка, ай-яй-яй, а я просто Илюшка, ой-яй-яй. Такая ты стесняшка, ай-яй-яй, с тобою мы подружки. Девчонка не болячка, мне скоро 40, уже давно не 30. Пишу тупые песни, чтобы закрыть кредиты. Я на корпоративах танцую с хаки-ваки, в душе всегда 15, хоть 40 на бумаге. А я хочу с тобой тра-ля-ля, тополя, хотя ты на вид 3 рубля. Я пилю тиктоки с одноклассниками дочки, а их родители со мной учились в одной школе. Теперь я поп-звезда, они пашут на заводе. Меня слушают песочница, хотя с меня сыпется песок. Ну, про песок прикольно. Панчлайн. Вдруг просят школьницы, а я им такой оп. Блять, не знаю, извините, конечно, меня, но это как-то испанский стыд, как будто я ощущаю, когда я это слушаю. Не знаю, кто реально будет на серьезных щах вот эту песню слушать. Она вообще отличается от остальных песен, да? Вот тут именно вот исполнение вот и звучание бита вообще ничего не нравится мне, вообще ничего не нравится. Не могу ни к чему, ну, прикопаться именно, ну, чтобы... Что-то понравилось, да? Ладно, давайте дослушаем. Может, Никсюша вытащит трек. Ай-яй-яй, такая ты стесняшка. Ай-яй-яй, с тобою мы в однушке. Девчонка не поляшка, девчонка не поляшка. Ай-яй-яй, а я просто Илюшка. Ой-ой-ой, такая ты стесняшка. Ай-яй-яй.
кто этот трек слушать будет? Девочки из детского сада, что ли, я не знаю. Ну, вроде бы, как бы, ну, аудитория, типа, ну, плюс-минус, ну, с лет... Ну, с 15 лет, да, слушают, как бы, и Полматери, и Никсюши, да, то есть, ну, мне кажется, этот трек мимо, ну, как-то мимо, блин. Ну, даже как, типа, если рофл, да, трек, то все равно как-то... Как-то не нравится вообще, никак не нравится мне, бля. Ай-яй, с тобою мы подружки, девчонка не поляшка. Я твоя девчонка, а ты мой мальчишка. Я твоя любимка, а ты мой хабибка. Ты мой подик, а я твоя жишка. Ты мой падик, а я твоя сишка. У меня судимость, чилила на нарах. И меня дождался, мой женек карманник. Он теперь продюсер, он сумел подняться. А я теперь хедлайнер на детских фестивалях. Розовый парик, пика-пика, Пикачу. Я на зону больше не хочу. Пикачу, зона, зона, Пикачу. Падик, сишка, там, подик, там, жишка. Ну, блин, ну, это ж как-то... Ну, сначала про Пикачу, а потом еще про зону, да? Девчонка, не валяшка, я тебя кручу-верчу. Ути-пути, муси-пуси, я тебя люблю. Ой, все, ребят, все, я не могу, этот трек просто минус, но он прям душнит, он прям очень сильно душнит этот трек, все остальные треки офигенные, но вот этот трек, это самый, наверное, ну, для меня самый худший на альбоме, я бы себе его не добавил, я второй раз бы точно не стал бы его слушать, просто даже оставим его без оценки. Кому в кайф? Слушайте, это только мое личное мнение, то, что этот трек, ну, как-то вообще мимо, типа, ну, смене. Ну, короче, я не знаю, как он реализовался, да, как бы, ну, какие у них были мысли, но... Бля, вообще не нравится, бля. Ну, было бы мне лет там, ну, 16, ну, maybe baby, не знаю. Короче, мимо вообще. Так, финальный трек, мой милый Скуф. Ну вот. Хорошее название. Давайте, ребята, давайте. Мой милый Скуф, мне с тобой скучно, уходи. Я Скуф. Больше не твоя альтушка и не привлекает твоя лысина и пуха. Я влюбилась в тебя с первого взгляда. Помнишь тот день, мы сидели в кальянной. Молекулы любви в чувствах тонули. Ты молод, ты красиво вкусай. Интересно, это их история? То есть, ну, их история знакомства, да? Или она просто описывает какую-то историю? Это тоже интересно узнать. Кто знает, пишите в комментах. Я же особо не слежу, да? Может, она рассказывала об этом. Знаешь, мои губы танцевали ночью, рисовал мои портреты. Я твой лепесточек, а для меня ты лучик света. Помнишь, как мечтали, что взорвем эту планету? Но любовь осталась, лишь воспоминания где-то. Раньше ты был крашем, а не под пивасом. Пузо и вставные зубы, пусть взгляд опухший бубен. Запах пота отовсюду, я тебя любить не буду больше. Я так понял, это просто история, да, конкретно о каком-то, ну, образе, да, допустим. То есть о каком-то Скуфе, да, а не про Ивана, да? То есть какой-то образ, мне кажется, больше. Ну, понятное дело. Больше не твоя тушка и не привлекает твоя лысина и пуза. Милый Скуф, мне с тобой скуфно. Я не помню свой возраст, но помню октябрь. Я в небе чужой, словно сбитый корабль.
дорого мне все ушло безвозвратно. Теряю восторг, хоть и вынес удар. Я в куполе заперт от праздников смеха. В нем все помутнело, ни капли просвета. Так много хотелось, так мало успели. Так много вопросов, так мало ответов. Все места, что любил, утекают забвения. Всех людей, что я знал, забрало злое время. Всю любовь, что хранил, я отдал нелюбимый. Ненавижу тот день, что зовут днем рождения. Знаешь, в обществе тебя я чувствовал себя другим. Знаешь, я не виноват, что недоступен для любви. И меня всю жизнь пугало то, что я стану таким. Я храню ужасный страх, что я останусь другим. Мой белый скуф, мне с тобой скуф, да уходи, я больше не твоя. Ну ничего, тема актуальна, я бы сказал, да, то есть, в принципе, тречок неплохой, поставлю восьмерочку, немножко не дотягивает до девяточки, не было таких, ну, прям не было раскрытия истории, я бы сказал, да. Ну и, кстати, очень классный врыв был у Полматери здесь, ну, в его в куплете, да, классный был врыв такой, мощный прям, нормально. Разнообразил трек. А, актуальная, конечно, тема, типа скуфальтушка, все, мне кажется, об этом знают, все же школьники, там, не только школьники, да, молодежь в целом, да, все знают про эти темы. А, ну да, здесь поставлю такой, типа история, да, получается, какая-то образная, да, либо выдуманная, может быть, а может быть и нет, не знаю, честно. Так, в целом, что хочу сказать по EP. Есть классные треки, ну, все, наверное, типа, треки классные, но один трек — это «Девчонка-неваляшка», я бы его даже, ну, второй раз бы не стал бы включать, потому что это, ну, это отвратительно, если честно. Ну, лично для меня, как бы, ну, не надо там на свой счет, да, типа, списывать, потому что это же мое мнение. Но этот трек для меня, если честно, самый худший с релизом. Ну, и... Киберспорт. Отмечу два трека с этого релиза, которые мне не понравились. Самый мой любимый трек здесь, это будет Манген Бизнесмен и Китти Мяу. Так бы я отметил два худших трека, и вот я отметил сейчас два лучших трека. Манген Бизнесмен и Китти Мяу. Вот это два лучших трека с релиза. Ну и так вот. Н-город, да? Ну тоже хороший трек. «Мы против секса», ну, имеет место быть, но немножко там не хватило по тексту. Ну, я уже как бы слушал, есть реакции на канале. Ну, вот, «Искуф», да, окончание альбома, ну, такая тоже. Ну, просто, простенько здесь, типа, слишком, мне кажется, можно было бы и помощнее сделать. Ну, в плане текста, да. Типа, в плане музыки, исполнения, все круто, мне понравилось. В целом, альбомом, ну, восьмерочку поставлю. В целом, 8 поставлю, ну... EP, да, как бы удачи им, пишите свое мнение, какие у вас любимые треки, и согласны вы ли с своим мнением, ну, у каждого, конечно, свое мнение есть, поэтому излагайте его где? В комментариях, а я пойду спать, сейчас всем такой ночи, всех люблю, обнимаю, пишите, чем будете заниматься, осталось, ну, полмесяца лета, и все, потом на учебку, да, подписывайтесь на канал и оставляйте лайки, это помогает мне не упасть в грязь лицом. Всем пока. Всем мир.